Уже более 30 лет в шахматном клубе «Гамбит» проводится турнир для школьников «Осенний дебют». Это шанс для юных шахматистов проявить свой талант и даже повысить разряд в случае удачного выступления. Шахматы становятся все более популярным видом спорта, и в этом году турнир разделили на две возрастные группы. В этом году мы его немножко проводим в другом формате, то есть отдельно подводим итоги по младшей группе и по старшей группе. По младшей группе были в прошедшую пятницу и субботу приняло участие 42 человека. Сегодня ожидалось примерно столько же, даже побольше, но в связи с болезнью, с эпидемией, школы закрыты, люди болеют, поэтому всего 28 человек. Турнир проводится по быстрым шахматам с контролем времени 11 минут по правилам ФИДЕ. Уровень участников отличается. Есть уже опытные шахматисты, есть начинающие. Александр Тимофеев серьезно увлекается этим видом спорта. В осеннем дебюте играет уже четвертый раз. Раньше, когда был в мальчиках в категории, то да, это давало очень большой рост, где-то даже рейтинг. Сейчас, когда уже рейтинг вырос, звание выросло, тут, ну, просто чтобы честь школы стоять, в призерах побывать, для опыта. Принимают участие школьники не только северной части, но и южной. Ребята, которые занимаются у известного педагога Александра Фарненкова. У нас 9 человек из 20-й школы и 5 человек из 8-й школы принимают участие в этом турнире. Уровень довольно высокий, потому что взять Данил Сулейманов, он был призером первенства города среди мужчин. Ренат Галекберов неплохо играет, Ваня Матвеев. То есть ребята, старшеклассники, они довольно высокого уровня. По итогам турнира в старшей группе победил среди юношей Данил Сулейманов, среди девушек Мария Власова. В младшей группе с абсолютным результатом Всенежа Тамбова выиграла 9 партий из 9. Среди мальчиков победителем стал Александр Ширгин. В командном первенстве в младшей группе лучшей стала сборная политехнического лицея номер 21 «Эрудит». Среди старших не было равных шахматистам 8-й школы. Игорь Соколов, новости 11-го канала.